Лучше бы мне отдал Pictures, Завари Дошек Films и Мой Руки 20 секунд Productions представляют Galaxy Note 20 Ultra со стеклом Corning Gorilla Glass 7 против iPhone 12 Pro со стеклом Keramic Shield 4 раза прочнее, чем было раньше. Пришло время узнать, кто прочнее, и разыграть победителя. Специально для вас у нас назначено свидание самых топовых смартфонов с плиткой. Как говорил классик, не ешьте на ночь сырых помидоров, а мы начинаем дроп-тест. Вилсаком. Привет, с вами Вилсаком, ваше любимое место, а это значит, ближайшие минут 15 пройдут очень хорошо. Заваривайте чаек, пельмешки, как положено. Сегодня мы тестируем на нашей плитке iPhone 12 Pro синий и Galaxy Note 20 Ultra бронзовый красивый. Полетели. Как обычно, у нас новые телефоны в коробочках. Наташа, зашли мне iPhone 12 Pro, синий красивый. Но фишка-то в том, что я его предварительно достал, потому что знал, что Наташа кинет так, что хрен поймаешь. Но давай попробуем еще раз. Ладно, этот вот сюда, давай. Galaxy Note 20 Ultra. Самое это забавное. Вы скажете, Валя, зачем ты сравниваешь Galaxy Note 20 Ultra, который больше, дороже и вообще типа круче, чем 12 Pro? Ты что, не мог подождать 12 Pro Max? Не мог. Знаете почему? Потому что я открываю нагрудный карман, достаю вот эту бумажку и сейчас вообще разорву вам шаблон. Значит, 12 Pro сейчас стоит на 128 гигабайт 100 тысяч рублей, а Galaxy Note 20 Ultra RST в магазе стоит 76 тысяч 900 рублей. Он дешевле, чем iPhone 12. У меня аж провод выпал. Собственно, возвращаем коробочку Наташи. Раз. Отсюда достаем вот этот самый Galaxy Note 20 Ultra бронзовый. Блин, какой он классный. Слушай, огромный, классный телефон. И я вам сейчас объясню, в чем, в общем-то, прикол нашего сегодняшнего сравнения. Вот эту пленочку тоже удаляю, в кармашек убираю. Смотри, какая штука. Этот телефон покрыт Corning Gorilla Glass 7. Классным новым стеклом, которое прочнее, чем предыдущее поколение. iPhone 12 Pro, в свою очередь, также дополнительно защищен по сравнению с прошлым поколением. Здесь у нас Keramic Shield, понимаешь? Но только на лицевой панели, сзади тоже более прочное стекло, но типа в два раза лучше, чем в предыдущем iPhone 11 Pro. Вот давайте и сравним, как они держат удар. Вот это будет интересно. Сравнение как положено. И чтобы вам было совсем хорошо, один из этих телефонов, ну не битый, конечно, а новый, мы разыграем. По какому принципу? Какой первым разобьется, тот проиграл. То есть, если у нас бьется iPhone, разыграем Samsung. Если бьется Samsung, разыграем iPhone. Вот так просто. Сначала тест из кармана бросаем на плитечку вот так вот метр плюс, потом экранами, вот этими задними крышками, все как вы любите. Полетели. Собственно, оба телефона активированы в лучшем виде. Смотри, такие симпатичные. Блин, какая разная судьба у телефонов. Представляешь, вот этот собирался в Китае, этот собирался тоже в Китае. Они там, короче, вжик-вжик-вжик и могли радовать кого-то, понимаешь? А в итоге сейчас прилетят прямо из коробки на плитку. Бывает. Итак, iPhone 12 Pro у нас полетит первым. Я думаю, что он пройдет этот тест, но, скорее всего, у него достаточно сильно коцнется рамка. Давайте проверим, прав я или нет. Включаю замедленные 240 кадров, чтобы была красота. И полетели. Вообще просто вот так вот проходит, смотри. Вообще ноль страданий. Ты знаешь, он серьезно коцнулся, слушай. Ну, в общем, это все мелочи жизни. В чехольчик убрал и даже незаметно будет, потом опять же на Авито продаж как новый. Кстати, по поводу битых айфонов, смотрите, что на Авито продают. Вот такой в усмерть, в сопли просто разбитый 11 Pro на 64 гигабайта. Вот таких денег человек хочет. А если продается 11 Pro Max годовалый, то он стоит дороже, чем новый Galaxy Note 20 Ultra бронзовый, красивый. Я вообще не понимаю, как это работает. Включаю здесь тоже замедленную съемку, тот же самый тест. Дропа вот этого телефона у нас не было, так что интересно. Поехали. Итак, опять промахнулся мимо кармана. Че? Вообще фигня. Из интересных особенностей у него отстыковался стилус. Кстати, если вы вдруг забыли, он здесь есть. И смотрите, какая штука. Несмотря на то, что Galaxy у нас больше, у него есть преимущество. Он с завода,
оборудован защитной пленкой. Спасет ли она экран от соприкосновения непосредственно с плиткой, мы сейчас узнаем. Но с точки зрения непосредственно вот такого вот удара, даже показывать вам, к сожалению, нечего. Вообще никаких следов соприкосновения. Ну, то есть коцнулось. Нет, давай для виду, Жень, покажем, чтобы люди знали, что он тоже коцнулся. И самое забавное, залетела песчинка под пленку, прикинь. Во-первых, он у нас вот здесь вот коцнулся, вообще понты. А во-вторых, на него пленка защитная на грани наклеена, смотри. Сейчас я ее удалю, и, короче, следов не останется, веришь? Давай вместе. Нет, остался. Но близко было. Но это, короче, вообще понты. А вот то, что залетела песчинка под экран и вот сюда залетела, это странная фигня. Ну что ж, первый тест оба телефона прошли с легкостью, и примерно этого я и ожидал. Стекла крепкие, рамки крепкие, все более чем хорошо. Это флагманы, в любом случае, достаточно дорогие. Следующий тест, это давайте примерно с метра плашмя, и я хочу бросить их одновременно, чтобы у нас с вами был вот этот вот элемент, какой же разобьется первым, какой мы в итоге разыграем. И вы спросите: Валя, а как мы его разыграем? А я вам расскажу. Подписывайтесь на канал, оставляйте один комментарий, какой бы вы выбрали, и ставьте лайк опционально, это даст вам плюс миллион к удачи. И как обычно, в конце месяца подводим итоги, отдам вам какую-то из этих красивых мобил, будете наслаждаться. Ну что ж, полетели! Хочу еще раз включить замедленную съемку, чтобы у нас была прям красота-красота. Ну что, раз, два, три. Сейчас, аккуратно, надо, чтобы они оба вертикально одинаково упали. Фух, просто 170 тысяч об плитку. Люди смотрят на меня, как на конченого идиота. Больше того вам скажу, сгущаются тучи. Такое впечатление, что сама мать природа против всего этого. Сейчас пойдет дождь. Конечно, сейчас вообще не самое лучшее время для съемки дроп-теста, но окей. Делайте ваши ставки, господа. iPhone у нас кувырнулся, и я вижу, что он целый. А что с Samsung? А перед тем, как мы это с вами узнаем, вот что хочу вам рассказать. Цените, есть такой Павел Дедищев, и недавно он выступал в шоу «Что было дальше». Вот как это было. Вилсаком, блядь. Вот же сидит, которому поебало дали. Бля, заебал уже Вилсаком. Кто это такой? Пошел ты нахуй, Вилсаком. Меня уже все... Привет, Вилсаком. А я даже не кто это, бля. Ты думал, что это какая-то программа типа Windows, наверное? Как будто бы, да. Я прошу прощения, когда розыгрыш айфона будет? Во, можете досмотреть этот видеоролик до конца, перейти в Инстаграм к этому бородатому и написать в комментариях: Вилсаком, когда розыгрыш iPhone 12? На самом деле, без обид, от души. А по поводу розыгрыша iPhone 12, меня самого внезапно часто спрашивают, типа, а когда, где, вот ты недавно разыгрывал, а что? Ребята, есть канал Вилса Стрим, именно там в прямом эфире я подвожу итоги. И iPhone 12, 12 Pro, там с распаковок, с прошлого дроп-теста мы уже разыграли. Так что чекайте, там все победители, там все как положено. Ну а с этого непосредственно видоса мы будем подводить итоги тоже в конце месяца, как вы любите. Но если вы вдруг не верите в свою удачу, есть отличное место, где можно купить iPhone 12, 12 Pro, всю технику Apple и любые другие гаджеты. Это, конечно же, наши большие друзья BigGeek.ru. Ссылочку оставлю в описании. Там огромный ассортимент, всегда все в наличии, хорошие цены и быстрая доставка. Чекайте. Ну а мы проверяем. Вижу, что iPhone цел, а Samsung... Стоп. Во-первых, надо остановить запись. Во-вторых, дай ему хоть бы хны, отвечаю. Помните мою коронную фразу из дроп-тестов? Хоть бы хны, братцы. Но пленка вся угашена в слюне. Здесь чуть-чуть приземлился на торец. Но в целом оба телефона чувствуют себя просто отлично. Метр, плашмя, обгребанную плитку до фонаря современного телефона – это фантастика. Это, понимаешь, физика. Это просто магия в цифровую эпоху. Охренеть. Третий раунд, и сейчас будет больно. Потому что ронять мы их будем с небольшой для них высоты, но все-таки на заднюю крышку. Почему это страшно? Потому что огромный блок камер. Здесь он хотя бы скрыт под одним стеклом. Здесь три стекла выпирающих, на самом деле, над самой камерой. И вспоминая iPhone 12, скорее всего, iPhone 12 Pro прямо сейчас и кончится. Но у нас пока непонятно, какой же мы будем разыгрывать, какой разобьется первым. И полетели. Раз, два, три. Ой, вот это был звук нехороший, как говорил Винни-Пух.
У меня для вас плохие новости, друзья мои. Разыгрывать мы будем Galaxy Note 20 Ultra. Че ты разбился-то вообще в слюне просто? Просто в слюне. Я думал, что у него типа блок камер что-нибудь там, да? Не, смотри, просто лопнул к хренам. Весь вообще в слюне. Но опять же, в чехол уберешь, вообще никто не заметит. При этом iPhone 12 Pro, непонятно, куда он приземлился. Да, очень сильно коцнулась рамка, прям неэстетично, прям. Но задняя панель абсолютно целая. Сравни, что называется. Мама мия. Короче, я так расстроился от того, что Samsung разбился, что моментально отупел. То есть еще ниже мой интеллект опустился, чем обычно. Разыгрываем-то мы iPhone 12 Pro. Наоборот, этот проиграл, значит, этот мы разыгрываем. Ха-ха-ха. Ну что ж, как обычно, еще раз, в описании все правила. Желаю вам удачи. Подписывайтесь на канал, ставите лайк, пишите коммент. Молодцы, удачи вам. А сейчас четвертый раунд. Хочется, конечно, из Mortal Kombat что-то добавить, типа вот такого. Где-то, наверное, это 1.5 метра, да, экранами вниз прямо плитку. Мне кажется, что сейчас кончится оба. На этом защитная пленка, напоминаю. Раз, два, три. Опять они упали как-то не очень плоско. Возможны, так сказать, нюансы. Этому хоть бы хны вообще. Жив, хороняка. Не, ну ты понял, ты, он жив. Кстати, в прошлом дроп-тесте я не заметил, а вы в комментариях написали, и спасибо вам, у нас лопнуло стекло iPhone 12 до того, как я заметил. То есть не в последнем тесте, где я его кидал, а до этого уже оно было лопнутое, но это было незаметно под углом. Поэтому я сейчас смотрю всячески вот так и не вижу вообще никаких следов. Здесь пленка просто уже в слюне, она отслоилась вот в этом куске, то есть она уже все такая. Но она, тем не менее, как мне кажется, держит на себя удар. Да, она не очень плотная, но этого достаточно, чтобы экрану ничего не было. С другой стороны, здесь прямые грани, он и так и сяк падает, и хоть бахны, опять же. Охренеть, не бьются. Но давайте уравняем шансы, мы удаляем уже эту изрядно потрепанную пленку, потому что ей прям реально досталось. И голое, вот это вот практически не тронутое стекло, сейчас приземлим на плитку, посмотрим, как Samsung справится с этой задачей. Снова хочу включить замедленную съемку. Не знаю, пригодится она нам в итоге или нет, но это будет, мне кажется, забавно. Смотрим. Вот примерно такая высота. Два телефона одновременно вместе. Раз, два, три, поехали. Ещ! Да, это разбился. А этот нет. Какого черта? Galaxy, у меня есть к вам вопросики, ребята. Galaxy просто в круг весь битый в слюне. И этого ушатанная рамка, а стеклу хоть бы что? Просто, опять же, Mortal Kombat. Поставьте мне сюда. Ну потому что как иначе? Ну что ж, друзья мои, мне кажется, здесь все очевидно. Galaxy Note 20 Ultra, к сожалению, ну, не то чтобы не оправдал ожиданий, но однозначно проиграл, причем во всех тестах. И задняя крышка, и передняя. И это странно, потому что Gorilla Glass 7, бла-бла-бла. И этот, зараза, и так, и сяк, и живой. Поэтому у нас есть финальный босс. Зовут его Наташа. Это абсолютная просто ярость воплоти. Мы выдаем Наташе телефон, она встает на мое место. Вот сюда, вот сюда. Вот так вот, аккуратно. И задней крышкой, без особых усилий, просто роняет его. И мы смотрим, что произойдет. Если Наташа не разобьет, то просто невозможно будет это все сделать. Ты что хочешь сделать? Стой, просто... он же кредитный, Наташ. Ну ты че? Да я шучу, шучу. Что? Какие? Никаких кредитных айфонов у Вилсакома. Ты че? Давай! На счет три. Раз, два... Три. Это было красиво. Подожди, подожди. По твоей реакции я пойму, что с ним. Ух ты! Ну я мастер! Валя, я... Ну скажи, скажи! То есть тебе зарплата в ноябре не нужна, что ли, да? Слушай, ты меня позвал сюда зачем? Чтобы я разбил... Но, Наташ, смотри. Показываю тебе финт ушами.
Я достаю вот так. Я достаю вот так. Так, главное сейчас не со, еще один дроп-тест не замутить. Кладу его вот сюда, вот так. Угу. Да? Смотри, давай камеру тестируем. Портрет работает, фото есть, ширик есть, зум есть, камера целая. Пользуйся. Смотри, ну я в принципе могу еще и дроп-тест. Все, делать. Все, тормози. Спасибо, народ, что смотрели этот тест. И еще раз по ссылочке в описании чекайте классную функцию на Авито. Подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе. Много всего интересного. Ждем скорый выход iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. Также будем на них смотреть. Ну и вообще хорошего вам настроения, чтобы все было как положено. Увидимся.